13 июля 2018 года. Это у нас деревня Потеряевка. Сейчас покажу. Вот это после обеда. Мы приехали еще на одну. Еще на один дом наш. Вот. Сюда мы не заглядывали еще с осени. Все заросло вот тут. Так, единственное, здесь крышу немножко подлатал шифером. Вот, и все на этом. Сейчас вот начала вишня поспевать уже. Ну, правда, еще вот есть вот эта на вот, засохшая. Так еще нету пока спелые. Я приехал с косой, а здесь уже вот и иначе ночь прошел. Брат Сергей Попков тоже должен быть здесь. Вот видно следы. Здесь лопухи вырубаются. Все заросло, потому что занимались другими делами. Сюда даже не касались. Я в этом году еще тут ни разу не обкашивал. Где палочка тут работает не по-детски. Вот такой высокий, больше 2 метров. А Игнатий у нас где, брат? О, а, в той стороне. А, он пошел вокруг. В той стороне. А я с косой приехал. Я сейчас косить буду. Да, с косой. Ну вот опять. Как начинаешь снимать, так обязательно кто-нибудь позвонит. Да. Да где? Где тут, где там? Ладно, скажу. Только я сейчас не здесь. Не в доме. А я тут, где с Малютиной жили. Мы тут работаем. Мы где Малютины вот жили? Сюда. Работаем. Выедают. Вот это вот сейчас ее мы вырубаем. А ты следом коси и помогай выносить на канал. Нигде нету этой ножовки-то. Но вон то деревце, которое упало, надо распилить. Надо привезти, наверное, двуручную пилу и ножовку. Ты умудрись это сделать. Ладно. Съезди потом. И мы распилим, там уберем и туда ложить будем. Ну ладно, тогда. Ну все, слава богу, за все. Это мы вот здесь, этот домик. Саша Мухов сначала жил тут. Он строил, мама помогала ему. С Татьяной, женой своей. Все у него было, и корова, и сад, и все было. Все сатана похитил. Имел дар слова. Редкое случай среди православных. И потерял все. Пошел по сектантам. Во все тяжкое пустился. Потом тут Раиса Юрьевна Малютина. Потом Татьяна Новикова. И в конце я все перебрал это. Вижу, ничего нету. Сейчас вот мы прорубили репей. Весь прошли. Вот дерево тут. Вон вверху какая махина отломана была. Бури. Но это не самый большой тополь. Самый большой тополь вот за этим тополем. И как его свалить, никто не знает. А я им говорю, я знаю, да не могу. Дождаться ветер, когда с восточной стороны подует, это очень редкий крона. Внутрь его поставить мощнейший домкрат, тут подпилить. С обратной стороны и заранее подготовить. Тросы туда трактором тянуть. И он туда грохнет.
Куда перекидать? Сначала оттуда убрать, вот. Вот около поленниц, и выбрать эту траву, утащить отсюда, а потом эти сложить. Володенька там старается все. Все, Володя, хорошо. Просто прекрасно. Можно остатки там выбрать. Пилу это, говорит, она не поломай. И вот все здесь приходится носить. Сегодня у нас 13 июля. Я прошел, на 10 потов пропотел. Сергей Павлович Купков помогает. Кто знает, а рядом он живет тут. Саманы называются, там легко собачек держать. А от тебя, которые приезжают люди-то, они слабые, не хотят долго быть. Что ему было не жить, а там Митя-то приехал, ну, какие-то таблетки забыл, курить что ли? Давление у него, давление. Давление, а кто его давит-то? Сатана. Сатана, вот именно правильно ответил. Сатана давит-то. Такие парни приезжают тут с собаками, тут раздолье такое. Такой дрессировщик, помощник. Кинолог. Нет, маленько погодя, все, скрылись. Дня два побыл и застонал, ехать надо. И... Ненадежные люди по сравнению с собаками, которых имеют. А это вот летняя у них кухня. А это вот так, вот где домик находится. Вот оттуда додумались зол унести, а тут ничего не горит. Пронести через весь двор. Выйти наружную сторону, вон туда, и подсыпать под туалет, он запылал. Вообще даже никогда не придумаешь, что люди делают. А я его делал, тут старался, ремонтировал. Только отремонтировал, на тебе, сожгли. Ну, пришлось опять еще это химичить. Там внутри надо показать. А что там внутри, там показывать нечего. А что там, вон оно все. Вот, стенки. Стены, все это, говорит. Высыпать золу, золу и сесть в телевизор смотреть. Ни гвоздя не забили, ничего. Приехали, сожгли и уехали. Какое все-таки у людей настроение к житью, к своему. Ну вот тогда был тут Саша, он, видишь, дом как обложил, нечего было сильно-то. И колодец копал, привез вот эти. Это его, по милости Божией. Вот сейчас я покажу, она работает. Так. Вот так, все. Вода течет дальше. Вот он как опутанный, глубокий очень. Вода холодная, чистая. Еще не жить, ни крокодилов, ни змей, никаких вообще ядовитых змей нету, ни тигров, ни львов. Воды в волю, зелень, вот. Ну посмотри, вот репей, который рос. Я вот здесь вот срубил, ну, выше роста человеческого, еще полметра минимум. А это вот она, Малютины были здесь. Дима Матвеевна, она построили летнюю кухню, летний домик. Там жить можно, ну, вот так думаем, новых людей Господь пошлет. Это вот осенью, Володя, придется еще раз прийти, чтобы на зиму ничего не оставлять. Тогда вот этой... Мелочи-то прошлогодней не будет. Сережа, тебе там мешает большая палка, туда куда-то загони ее. Видишь, какой бузина рядом растет, домик прекрасный. Тут угрярочка была. А это горело, что-то горело тоже? Нет, это положили горелую. Прибили горелую ее. По-моему, так. А кто их знает? Вот эти люди были тут, они такие. Может быть... Горело. Ну, горело так, тогда бы и столб там был помещен, а то нет. Он же, говорят, тут не один раз горело-то здесь, в Малютино. Не знаю. Там кто-то муравейник сжигал, что-то такое. А где муравейник? Ну что, кто тут жил-то, домик строил, что-то там с муравейником было связано. А-а-а, не с муравейником, да, вон мураши появились, у него пасеков было, пчелы. А потом комары на крыльцо поставил, правильно. А крыльцо прогорело, и в нем в досках была дырка.
Думаю, еще там шевелится репей далек, а там воробьи вылетели. Воробей тяжелый тоже. Видишь, как шатаются, смотри. Вот посмотри вот туда, встань рядом. Вон там, вон туда. Види, как шатается. Сейчас, подожди, маленько погодя. То, столб. Ну, шатается он, видишь? Провод. А? Провод? Да какой провод? Внизу, внизу шатается это. Растительность. Вот так прямо, смотри. Поверх вот этой вот. Там вот, которая высокая, не надо, маленько ниже. Вон он, видишь? Да. Я думаю, кто-то пришел, а гляжу, воробьи там. Вон он. Воробей, да. Это воробей балуется. Вот эта вот палка-то вот эта, она как-то, отпили ее, чтобы она длинная-то не была. Возьми. А эти, которые палки, это вот сюда их надо принести, вот сюда положить. Тут дрова. Потом как-то прийти, перепилить все. А это вот лети показать, что там есть. Телефон! На, держи! Сними перчатки-то. Говори. Здравствуйте. Подождите, кто вы и откуда? Не понял, повторите. В Воронеже, у вас там парализованный Сергей есть. Я не могу ничего вам помочь до 10 октября. Я нахожусь в деревне. Да вы что? Я сейчас говорю, как лягушонок мокрый от пота. Вырубаем тут. Потом увидите, как мы скрипьем, боремся и домик. Десятого октября я буду только в городе. Уж потерпите, помолитесь, чтобы у нас было все. Вот 10 октября выйдите по Mail.ru, мой мир, позвоните, и тогда мы поговорим. Книги там, книги еще есть там, есть. Ну вы правильно, у нас такие книги изданы, таких нигде нету на мировом рынке. Это наше издание. О-о-о. Вы вот сейчас будете смотреть, мы тут как на домике-то, и увидите, как я разговариваю с вами, а напротив меня стоит Сергей Павлович с собаками. А вот как, покажи, Володя это, косит сетки от комаров, и вы скажете, это он со мной разговаривает. Через неделю примерно, дней 10 так, смотрите, такой ролик, будет что-то такое, освобождение от репья, название. Вас как звать-то как? Ну вот скажешь, и Людмила из Воронежа, это про вас речь будет. Ну что, все, помолитесь, чтобы от нас противники маленько утихли, сильно ярятся со всех сторон. Ну, Господь услышит, чтобы они не закрыли нас там где-нибудь, не запечатали. Но... С Богом, отошел. Выключай, все. Отбрать от рулевка. Вот Владимир сейчас покажет новые технологии уборки травы. Вот мы туда все скидываем. Вот он как вольный борец делает захват. Раз. И попер. Вот это да. А я думал, ты так его и покатишь до туда. Да нет. И трактора не надо, да, Володя?
попей водички. Да я пил, мама.